точкой. Не было земной тверди. Не существовало неба, света, звезд. Не было жизни. Только пространство. Бесконечное ничто. В начале Вселенной было слово, взорвавшее пустоту. Маленькая точка стала стремительно расширяться, заполняя безграничный вакуум. Веществом, планетами, звездами, жизнью, смыслом. Миллиарды лет Вселенная живет. Способ ее существования – бесконечное расширение, благодаря которому появились Земля, Солнце, Мировой океан, кислород, жизнь, человек, цивилизация, наша страна, наша компания. Фаберлик с самого рождения задумывался как легендарная история. История большого взрыва. История экспансии, рождающей небывалое, раздвигающей границы привычного, поражающей воображение. Фаберлик стал делом жизни тысяч людей, верящих в торжество разума, мечты, сотрудничества и воли менять мир к лучшему. Мы вошли в число крупнейших парфюмерно-косметических компаний мира. Фаберлик – единственная российская компания в мировом топ-100. За право попасть в этот рейтинг борются 50 тысяч компаний по всему миру. Сегодня вселенная Фаберлик продолжает свой путь жизни. Расширяется, набирает скорость, наполняет пространство материей, жизнью, смыслом, рождает звезды.